Ну вот, только мы с вами догнали отставание по видео, то есть сейчас все, что снимается, я это сразу монтирую и выкладываю вам. И только мы хотели рассказать вам, ну, как же мы сейчас живем, как себя чувствует Хани, как Левада, как мы сами, какие у нас планы и так далее, у нас случается переезд. Вот так внезапно. Причины, потому что явно будут спрашивать. Первая причина, у меня Влад улетает в скором времени в командировку. Насколько скоро, мы пока не знаем. И мне надо будет добираться до конюшни самой. Соответственно, нужно было рассмотреть так, чтобы это было делать удобно своим ходом. До Фореста добираться своим ходом можно, но тяжеловато в плане того, что потом от остановки до конюшни надо по дороге идти минут 30. Либо, если повезет, кто-нибудь подхватит. На конюшню, на которую мы переехали, доехать можно на автобусе практически до самой конюшни. Пешком пишет 5 минут дойти. Либо мы там познакомились с девушкой, частницей, которая приезжает на машине, и она меня может иногда подбирать, например. Собственно, это основная причина, по которой мы переехали. Ну, а также приятным бонусом стал крытый манеж с Еврогрунтом. На таком мы стоим в первый раз, это очень непривычно, но очень удобно. Так вот, не будем с вами тянуть. Давайте перейдем уже к самому интересному, как мы грузились. Я, конечно, мало чего успела подснять, потому что в первый день, когда мы погружались, я еще работала. И я ждала, пока меня сменит, чтобы я могла уехать собирать вещи. Мы приехали за час до того, как мы должны были грузиться в коневоз, и мы бегали просто по всей конюшне, по леваде, там все собирали из муничника, откручивали все камеры, рептухи и прочее. Короче говоря, работы хватало. Мы еле успевали что-то подснимать. Вот, погрузилась Ханька без проблем, это тоже будет видно. Дорогу перенесла достаточно легко. Возможно, из-за того, что меньше ехать было. Возможно, из-за того, что нас она уже знает, как бы мы не чужие люди. На конюшне, на новой, она тоже достаточно неплохо адаптировалась, достаточно быстро. Не до конца сейчас еще, по территории она ходит все еще взбудораженная. Но в целом себя чувствует достаточно спокойно. Приятного просмотра! Уже полная машина. Абсолютно. Да? Трэш. А это вообще уже не с нами поедет. Еще и седло, походу, не с нами поедет, не поместится. Все, в Леваде осталось снять только камеру. Вон там. Рептухи мы уже сняли. Все, тут уже ничего такого нет. Амуничник мы уже тоже освободили. Там остались только седла. И вещи, в которых поедем. Ну и на самом денеке осталось тоже только камеру и игрушку открутить. Все, вот там снимает камеру. Ханька уже готовится чиститься. Да? Голое свое плечо здесь подставляет. Забитая машина, я везу седло меховое, не меховое, к нам не поместилось уже. Спереди коневоз, нам примерно 30 минут езды, конюшенка совсем недалеко находится.
Приехали. Что, сразу же заводим? Здравствуйте. Я на щеколду не закрываю. На сегодня. На самом деле, под вечер вообще почти ничего не снимали, потому что, во-первых, были замучены разбором вещей, но сами видели, какая впоследствии ситуация еще произошла в попытке познакомить коней. Даже этого тоже не сняли. Все слишком сумбурно, быстро произошло. Ну, вот. Кровь остановить получилось с попеременным успехом. Если нажать или какое-то слишком резкое действие совершит кобыла, то кровь, ну, опять течет. Но должно быть все окей. Короче, мы на сегодня все. Поехали. Сейчас ждем наш победный ужин. Праздничный ужин. Вот. Завтра в планах приехать пораньше, кобылу выводить гулять не будут, пока мы не приедем. Как бы сами первый раз попробуем, посмотрим. Ну и тем более сейчас еще с этим покусом. Победный ужин. Мы отключаемся на покушать и на отдых. Встретимся с вами уже в завтрашнем дне. Вот, покажем и амуничник, и, ну, короче, как мы расположились, пробежимся и расскажем подробнее про ситуацию с прокусом, ну, вот, почему, как это получилось, ну, в общем, чуть попозже встретимся. Доброе утро, уже в пути, уже мчим, уже осталось 10 минут, посмотрим, что нас будет ждать, должны приехать прямо к обеду. Да, быстрее снова.
чтобы она в центре. Мне тоже кажется, что это интересно. Тем более у вас она такая плоская. А чем я не смогу отвечать, если не забыла? Не видит. Все интересно. А? Все интересно. Ага. Капец, ты красиво свистишь, соловей такой. Ручная лошадка. О, окошко там, да? Ну, в общем, что у нас вчера произошло? А в планах у нас сгулять кобылу с рыжим мерином в одной из самых, ну, тут больших леват. Ну и плюс, чтобы они гуляли целый день в компании. Захотели, чтобы кобыла сегодня, например, не стояла, или там завтра. Почему-то мы подумали, что она не может погулять, пока в отдельной леваде. Не знаю почему. В общем, мы захотели познакомить их вчера, потому как... Как электричка, знаешь, мимо прошла. Потому как сегодня хозяйки не будет, рыжего мерина. Ну, а без нее знакомить лошадей не хотелось бы. Хани, он набегивается вдоволь. Хотя не знаю, насколько сейчас хорошо ей будет бегать, потому что мы вышли просто пошагать. Ну ладно, лошадь сама себе задает темп. И вот, вывели их в манеж познакомиться. А рыжий начал симпатизировать к кобыле. Решил с ней заигрывать, поухаживать. Но он это делал слишком, не рассчитав свои силы. То есть он достаточно сильно прикусывал. А она... Она его, собственно, отбивала, защищая свои границы.
Но вот в какой-то, видимо, момент, в один из прикусов, мы этого даже не заметили, когда это успело произойти, просто потом увидели, что у Хани течет кровь из-под хвоста. Вот. В общем, он ее как-то прикусил очень неудачно. Попал рядом с причинным местом на складочке. Вот. И там то ли кусочек откусил, то ли как-то просто, грубо говоря, там рваная небольшая ранка. Но, видимо, задело капилляры, и поэтому кровь мы достаточно долго не могли остановить. Мы вчера 2 часа примерно останавливали кровь, так и, в общем-то, ни на чем не сошлись, просто обработали. Да? Ты пришла рассказывать, да? Жаловаться. Вот. Чем мы, собственно, обрабатывали? Сперва хлорогексидином обработали, чтобы, в принципе, хотя бы видно было, что, где, чтобы это все промыть, обеззаразить. После чего, в общем, зеленый флакончик, мы попозже покажем, забыли название. Вот. Последним, чем мы обрабатывали, стал термицин. Аккуратненько, чтобы не попасть на слизистые. Вот. И сегодня мы еще прикупили, привезли баниоцин порошочек, чтобы вот он по нашим наблюдениям с собаками, кошками и прочим, он очень хорошо заживляет. Поэтому сейчас обрабатываемся потихоньку. Ну, вот кобыла даже немножко бегает. Сейчас посмотрим, что там будет. После в планах ее поставить в леваду в соседнюю с рыжим, чтобы они сегодня погуляли, хотя бы друг на друга посмотрели. Вот, издалека. Но кобыла теперь к нему с опасением относится. Не сказал бы я, что теперь она хочет к нему подходить. Ну, по идее, может все измениться. Может, ничего. Влад сказал, так начинается лучшая дружба. Я не могу второй. Но поведение Мерина, собственно, тоже все полностью оправдано. Как бы вообще, ну, ничего такого. Он 3 месяца уже без близкого общения с лошадьми. А он молодой, очень общительный. То есть он сюда приехал с мамой, и для того, чтобы их с мамой разлучить, мама переехала. Главное рядом пробежать. Да, да, да. Ну, в кадре засветилась нормально, звезда. Ну, собственно, вот Мерин очень тоскует по компании, поэтому всю свою любовь, накопившуюся за 3 месяца, он пытался Хане изложить, а она этого не оценила. Ну, слишком бурные игры произошли. Но, как я говорю, вот вполне возможно, что все это еще может измениться, как бы лошади попривыкнут друг к другу. Ко мне. Ко мне. Да, супер. Оу. Да, супер, молодец. Вот теперь можно планировать идти в леваду. Угу. Чтобы она там погуляла. Сейчас мы ее туда поставим, посмотрим, есть ли сено сейчас на данный момент там. Вот. Чё, прикольная штука. Нам тут выделили в манеже целое место. Под наши палки рабочие. А так как у нас их очень много. Очень много. Вот, а теперь они все находятся здесь. Вот это все наше богатство. Очень удобно, что не надо ходить в конюшню или заранее тащить с собой несколько хлыстов, потому что ты точно не знаешь, чем ты там будешь работать сегодня, там, и так далее. И, ну и в целом, в работе очень часто бывает такое, что по необходимости нужен другой хлыст в моменте. Поэтому это вообще супер. Пойдем? Я выключу. Давай дышать через... Вот этот рыжий, если что. Мы планировали их вместе вот в эту леваду. Пока вот сюда. Ну, приехать надо принести. Там маленькая кучка есть. Так, а нам чембр нужен? Чембром завязывается? Да. Набили репту. Еще.
Мы и так немножко. Все равно здесь пока. Будем лучше подносить, если что. Добивать. Лошади вообще фиолетово, что сено принесли. Да ты что думаешь, она не найдет? На лету просто вытащил. Ну, ты гуляй. А мы пошли разбираться дальше. Вот наш, собственно, сосед. Вот в эту леваду мы потом в будущем хотим вывести их, чтобы вдвоем они гуляли. Вот. Вот видите, он, собственно, проявляет к ней интерес. Очень даже большой. А она никакого. Пусть хотя бы издалека друг к другу привыкают. А так по территории. То есть, вот у нас левада, в которой сейчас Хань гуляет. Вот это планируемая левада для выгула. Вон там остальные левадки находятся. Здесь в будущем планируется плац. Вот это, собственно, наша конюшня. Вот это манеж. Ну вот, парковка там, за конюшней. Вот такие пирожки. Главный вход. То есть конюшня находится, на самом деле, на этапе строительства. Ее быстренько, что успели, до зимы сделали. Вот, но в планах. Все в планах. Вот это наша кухня. Комната отдыха параллельно. Здесь мы чаи гоняем. Вкусные, с интересными разговорами. Вот, вот здесь раздевалка. Планируется еще одна потом раздевалка. Вот, собственно, вот так. В раздевалке еще отдельно планируется туалет. С раковиной, с душевой. Вот. Конкретно наш амуничник. Вот здесь как бы еще один амуничник. Это вход в конюшню. Вот это наш амуничник, в котором мы обитаем. Наш ящик, наша полочка. Вот. Наверх мы еще закинули свои попоны. Там дождь плюс денег, москитка. Еще один дождь, по-моему, там. Нет, вон там дождь. Ну, в общем, посезонно будем менять их. И вот нам целых два кронштейна здесь выделили. Висит отдельно вестерн наш узелочек, отдельно кавессон с кордой. И еще вот третий крючок у нас отдельно корды висят. Вот. Так вот. Да, идеально. Я показала, что у нас там ящичек. А, ну вот это тоже два наших ящика. Что еще? Потом вот тут. Вот это конюховская комнатка. Тут у нас находится стиральная, сушильная. Вот машинка, котел отапливающий. Ну и, собственно, вешалки. Чтобы все можно было постирать, сушить в любое время года. Здесь туалет с ванной и с раковиной. Везде тепло, хорошо. Вот. А вот в этой комнате у нас хранится, по крайней мере, сейчас, наша еда. И еще то, что мы не успели разобрать. То есть вот они, наши три бочки, еще не успели помыть после обеда. Вот, всякие подкормки, вкусняшки, уход за амуницией. Вот уход за амуницией мы тоже, наверное, туда отнесем все-таки. Вот, а... Бочки хотим аккуратнее что-то поставить, помыть их, аккуратнее поставить. И думаю, еще стеллажик поставить как раз под всякие подкормки, вкусняшки и прочее, чтобы оно стояло все аккуратненько. Я думаю, нам разрешат. Два рептуха пока у нас валяется, камера валяется. В общем, сейчас это все тоже будем разбирать, чтобы все оно цивильно выглядело. В общем, вот, разобрали свою кормовую. Вот, но это потом еще уберется. Хотим поставить стеллажик. Ну, в общем, все подкормки. Вот сейчас пока поставили подкормки, то, что намешали. В обед. То есть вот это завтрак, это обед с подкормкой, с иполактом для нормализации ЖКТ. Ужин. В ужине намешано льняное масло.
и комплекс витаминов просто для поддержания. Вот. Мюсли мы бенатовские едим. Вечером это мюсли для дыхания. Утром. Сейчас. Утром это обычные бесовсовые. И в обед это меш для ЖКТ. Вот. Так что. Вот. Вот уже вечером перед ужином решили еще немножечко пошагать, походить. Красота. Несмотря на то, что на улице в данный момент где-то минус 13, наверное, здесь манеж не отапливаемый, но здесь достаточно комфортная температура. То есть не напряжно здесь находиться, даже если ты не работаешь, как я сейчас просто стою. Вот сейчас, короче, пошагаем Ханюшку. У них через полчасика уже ужин. Вот, пошагаем ее, пойдем обработаем ранку. Посмотрим, высохли у нас щетки или нет. И, собственно, поедем, как им дадут покушать, поедем домой уже. На самом деле нам здесь очень хорошо, спокойно. Ой, кстати, надо показать хвост в пластыре с сердечками девчачий. Вот, так что нам здесь хорошо, спокойно. Нас все устраивает более чем. Так что мы совсем не грустим о переезде. Вот. Пока забот еще навалилось, поэтому и грустить некогда. Как-то так. Так что мы себя здесь очень хорошо, в принципе, чувствуем. Кобыла тоже перенесла этот переезд достаточно спокойно. И адаптация у нее проходит очень быстро, очень хорошо. Вот. Если бы не рано, могли бы уже запросто верхом подсаживаться. Влад чилит на сене, зашил побольше и радуется. Вот, и там у нас вход. Это денечок Ханьки. Это вот наш сосед, рыжий Марс, с которым мы хотим стабуниться.
пойдем сейчас на ночь репку ей забьем. Вот. Ну и, короче, как мы здесь разложились в муничнике. Наш ящик, щепочки оставили еще посушиться, помыли их. А здесь, значит, ящики. Всякие уходовые средства для амуниции. Это нужен еще ящик. Всякие стройматериалы. Недоустки, нагавки, бинты, ватники там и прочее. Вот здесь пад с вальтрапами. Здесь аптечка. Экстренно она пополнилась, конечно, после вчерашнего случая. Вот. Флисовые попоны. Еще одна флисовая попона. Угощения. Собственно, все угощения. Пока здесь такой есть легкий кавардак. Щеточка массажная, угощухи, кондей, шампуни, наша еда. Ну, короче, все вместе. Вот так. Но, тем не менее, теперь это все на виду. И очень удобно доставать. Супер. А вот здесь висит наше и вестерн седло, и комфи. Теперь все спокойно помещается. Красота. Какие-то такие натянутые отношения. Прикрепляем зачем-то сено в рептухе. Ну, кстати, из рептуха ей очень даже вкусно. Вот. Ну, вообще, это просто на ночь, на всякий случай, а так. Ги туда навалили. Она это еще до завтрашнего дня, по-моему, есть будет, до обеда. Все, пока, лошадь. Лошадь. Пока, пока, мой солнышко, пока. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеемся на ваши лайки, комментарии. Вдруг вам что-то будет интересно, какие-то остались еще вопросы. Все читаем, все, на все отвечаем. Вот. Будем держать вас в курсе событий и дальше. Всем пока!